делаю запеканку, ребята, из цветной капусты. Так захотелось, не знаю почему. Берем цветную капусту, отвариваем вот эти соцветия 10 минут. Делаем соус. Сметана 300 грамм, 3 яйца, любые травы. Я укроп положила, чеснок. Я положила один зубчик чеснока, туда потерла. Соль, перец по вкусу. Вот это вот все. Соус берем. Короче, заливаем цветную капусту, сверху натираем сыр и ставим в духовку на 15 минут, ну, примерно. А там сейчас я посмотрю, как она будет готова. Вот прям я говорю, так захотелось, так давно не ела. Короче, ребята, как написано, нужно оставлять на 10-15 минут, но это все вранье. У меня уже оно 22 минуты и еще все жидкое. Вот я вижу, то, что это еще не запеканка. Я вижу, что вот это вот все очень жидкое. Поэтому я еще оставлю на немножко. Так что все то, что написано в интернете, я не верю всему. Я все по-своему делаю. Так, получилась вот такая у меня запеканка из цветной капусты. В итоге я ее делаю 25 минут. Вот, за 25 минут вот она хорошая уже. 10 минут это все фигня. То, что там написано в интернете. 10 минут. Я говорю, нельзя верить ничему. Верю только своим глазам. Вот, вытащила я ее из духовки. Сейчас я ее, наверное, съем. Ребята, очень вкусная запеканка. Очень. Маруська у меня наглая. Она по всем столам. Везде, короче, ей надо все везде. У меня тут приехал друг мужа, мне помогать, там надо было покосить что-то. Говорит, что ты не гоняешь кошку? Ее надо, говорит, лупить, чтобы она не лазила по столам. Блин, я не могу. Я не могу ее не лупить, ничего я не могу. Вот, смотри, пошла. Что делать? У меня там соль, между прочим. Ты знаешь, что у меня там соль? Я просто тут готовила, еще не убралась. А я не могу вообще, никогда никого не лупила, никогда никому, ни на кого руку даже не подняла, ни в жизни вообще. Я не представляю, как можно, вот как я ее могу лупить, вообще не представляю. Какую-то глупость он, короче, говорит. Вот, короче, попробовала я запеканку, запеканка очень вкусная, очень. Я говорю, мне так надоело это мясо, все, мы что-то какие-то котлеты, какие-то эти ежики, какие-то это. Я говорю, вот, вкусная вообще еда, да? Правильное питание, вкусное. Ребята, привет всем. Сегодня у нас 9 октября. Время 7 утра, идет снег. Видите? Снег, снег. Машину грею, сейчас мы поедем. Окна, блин, потеют. Я бы не знаю, что тут обдув делать как-то. А, холодно. Так, и у меня, конечно же, ошибка уже шины. Шины, нет давления в шинах правом, блин. Ну, не знаю я. Говорят, что это сейчас у всех такая ошибка, потому что температура упала. Поеду все равно. Что мне теперь? Я вон на старом, говорю, ездила. Вон он стоит. Никакие мне ошибки не показывала. Жила, говорю, спокойно. Тут началось. Такие. Какие-то все что-то не так ему. Подкачаю, если что. К нам сейчас пришел такой кот. Не успела я снять видео. Он где-то туда пошел, в сторону бани. Как-то мимо собак же прошел, мимо черных. Зашел большой, такой серый с белым, такой красивый, не знаю, чей это. И к нам пошел. Ага, сейчас вон, может быть, увидите. Вот там, где баня, где косилка стоит, он там. А потому что я там это, мясо оставляю, курицу размораживать, а теперь я оставляю ее дома. Потому что вон кот, вон. Вон он, кот. Видите? Прям пришел кот. О, обалдеть. И не боится собак. Собаки его не заметили, видимо. Интересно. Скажет, нету курицы. Обычно я там, говорю, курицу оставляю размораживать в бочке. Нож ходил, ел. А теперь пришел, нету курицы. Облом. А курица-то дома теперь размораживается.
Так, у нас 9-е сегодня продолжение. Вышли мы гулять наконец-то. 3 дня с пятницы, то есть до... Вот, до понедельника сегодня вообще я не выходила на улицу. Вообще, потому что был дождь проливной. Я выходила их кормить, я вся просто промокала насквозь. Вот, наконец-то они вышли, они очень рады. Сейчас хоть дождя нету. Все вон черные, грязные, собаки все черные. Дом, где вот они там, в комнате, эти собаки у меня вот эти большие, находятся. Весь пол черный, мыть там бесполезно плитку. Чего намою, потом они опять будут туда-сюда ходить, вся плитка черная. Это у нас межсезонье. Ненавижу межсезонье. Люблю зиму и лето. Ребята еще повыросли за эти дни, да? Прям пушистые такие стали. Обросли, прям красивые, да что, обалденные. Сейчас будем прививаться на днях. Перепривью. Элвис вообще такой классный. Я говорю, уже сомнений нет, что он у нас останется. Очень красивый кобель растет. Обалденно. Я все равно нигде такого кобеля больше не куплю красивого. Поэтому оставлю Элвиса. Так, что еще у нас? Ну, машину я съездила в шиномонтаж. Мне быстро подкачали колеса. И проблема ушла сразу, ошибка ушла. Так что все нормально. Я говорю, хорошо, вон с тем, мне не надо было ничего качать, не надо, он ничего не показывает. Ездила я и ездила. Визуально посмотрю, колеса накачаны, и все хорошо. А тут вот чуть-чуть, видите, похолодало, давление упало в шинах, и все, датчики орут. И показывает мне шины, шины, шины. Я говорю, вот, конечно, электроника. Эти диваны я никак пока не могу убрать еще. Приедет вроде Юрка ко мне на днях. Обещал мне помочь убрать диваны и бассейн тоже сложить. Потому что что, скоро зима. Медведи. Да, медведи обросли все. Хотела уж отоплением включать. У них же отапливаемые вольеры есть. Ну, у них домик вот отапливаемый у щенков. И у этих там есть эти зимние у нас отапливаемые. Ну, что-то, походу, никому пока не холодно. Холодно, наверное, только мне. Вон они что. Они сейчас еще им налей ведро, они купаться полезут 100%. Такие шубы. Ой. Ну вообще погодка, конечно. Я уже говорю, либо снег бы был бы, уже бы выпал бы и все бы и лег. Или бы вот просто бы там подморозило и солнце. Без снега, ну хотя бы вот это не грязь, вот это черная. Не люблю я вот эту грязь, это ужас, конечно. Я говорю, все собаки черные. Кто по плитке-то ходит, вот они еще ничего. Но Тося вон у нас бегает везде, вон она тоже вся черная. Вот она придет домой. Она ест еще у меня дома. Хватит орать-то, Тося, я тебя не пущу сюда. Во, во. Разборка какая-то произошла. Это разборка, да, Турбо? 137-й мне тоже очень нравится. Он такой, у него такой хитрый взгляд. Мне так нравится он. Элвис такой, ну, взгляд такой другой совсем, а этот прям хитрый-хитрый взгляд. Такой он классный. Да, да, маму любит тоже. Тоже маму любит.
Все маму любят. Помощники. Он какие помощники. Назон что-то у нас плохо совсем стал. Че, ему почти 16 лет. Что-то писать под себя стал уже. Не знаю, что. Весь сегодня описывался ночью. Утром я встала в 6 утра, он весь уже описывался дома. Я его домой отнесла. Вывожу так. Он что-то пройдет 3 шага и все. Что-то падает. Не знаю. Ну, возраст уже, конечно, тут уж ничего не сделать от возраста. Так что посмотрим. Может, еще нормально все будет. Все черные. Все черные. Турбо. Хорошо, вы не дома у меня. Я не представляю. Как бы я бы вас бы мыла бы. Так, сегодня у меня 10 октября. Это как у меня пропали банки те, помните, я говорила. Я еще сегодня купила помидор. И еще закрываю помидоры. И даже вот такие помидоры с капусткой. Я такие уже как-то закрывала. В том году 2 банки, правда. Вкусно получается. Вот. Так что у меня сегодня такие дела. Погода плохая, похолодало, холодно. Ничего нового не происходит у нас. Вот закрываю помидоры.